Туск. Власти Польши могут вывести страну из ЕС. Политик предупредил, что правящая в стране партия может провести референдум о выходе из состава Евросоюза. Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что правительство Польши может попытаться вывести страну из Евросоюза, если ее лишат финансирования, сообщает The Telegraph. Туск считает, что для правящей в Польше партии «Право и справедливость» выгоды от членства в Евросоюзе сводится лишь к получению средств. Причем для нее не имеют значения такие преимущества, как общий рынок, правовой режим и гарантированная безопасность. Он уверен, что пока Варшава продолжает получать финансирование от ЕС, для властей страны игра стоит свеч. Я могу легко представить себе ситуацию, когда Польша окажется в числе стран, вкладывающих средства в Евросоюз РЕД. И тогда польское правительство решит, что настало время спросить граждан, хотят ли они видеть свою страну в ЕС. А затем власти приложат все усилия, чтобы убедить поляков в том, что с членством в ЕС пора распрощаться, отметил глава Евросовета. В Брюсселе еще всерьез надеются, не скажу, что верят. Этого, к сожалению, уже нет, что Польша все же останется в Евросоюзе, подчеркнул Туск. Напомним, в декабре 2017 года Еврокомиссия начала процедуру санкций против Польши из-за введения скандальной судебной реформы, а также направила в суд ЕС жалобу на Чехию, Венгрию и Польшу за невыполнение обязательств по перемещению мигрантов. По материалам сайта news.com.